Мы проснулись, сейчас заправляем нашу кровать, готовим покушать и двигаем. Сегодня у нас будет ферменцав. Доброе утро, Влад. И после этого едем в сторону границы Монголии, России, выезд в сторону Горного Алтая. Я думаю, туда за 2 дня, если все нормально. Опять же, если бы не эти остановки, если бы не эти постоянные съемки, фотографии, это невозможно не делать, то мы бы уже были бы где-то там. Но едем как едем, получаем удовольствие. Главное не финиш, а главное получить удовольствие каждый день. Мы это делаем. Все, просыпаемся, кушаем и двигаем дальше. Ну что, у нас вчера был оторван подкрылок. Сегодня уже рано с утра я проснулся, пришпандорил его на место, сделал там. Пришлось подзапаять ушко, которое оторвало, и там чуть-чуть вот подприколхозить, в общем, по-другому переделать. Вот сам палаточный лагерь из юрт, в котором мы остановились недалеко от места Херменцев, и наша юрта под названием Land Cruiser 200. Мамонт? Динозавра. Динозавр? Ага. Да, большие окаменелые. Ага. А где нашли? Где-то здесь? Херменцав? Угу. Да? Нутн дүүчүүштэн тавур мавур. Тэгээд тавур даа тавчмаар байхад тэгэл энд болохоор зэрэг гэрт энэ том гэртер удаа тавчих гэж хэрэггүй л шүү дээ манай. Өнөө даргал. Аах чи таа басталдаг. Угу. Влад, кашка готова? Кашка готова. Отлично, сейчас будем кушать. Идем, скажем гостеприимному дедушке пока. Все, мы поехали. Да? Мы поехали, все. Да. Все, спасибо вам большое. Ай, спасибо. Спасибо, да. Спасибо. А я обнимаю. Да. Все, спасибо. До свидания. Да, до свидания. Да. До свидания, он вторая подошел. Ну все, уезжаем мы от этих гостеприимных людей на источники. Едем дальше. Вполне возможно, что обратно наш путь будет пролегать через это же место, и мы их снова увидим. Пока, до скорого. Вон они, смотри, вон они. Косульчики. Своему месту силы, через пустыню, едем как будто на вездеходе, ну хотя в принципе на вездеходе, и тут встречаем кладбище животных. Да, наверное, это Богдан, как... тебя не пугает это? Нет, это просто как могильничек какой-то, наверное, был. Да, он куча костей. Там какая-то штука, вот тоже непонятно. Может, туда выводили больных животных? Понятно. Может быть. Ну что, мы уже где-то 2 часа пилим по пустыне Гоби. Те дороги, которые предлагает нам навигатор, их просто нет. Вот такая примерно дорога, чтобы вы понимали. Я думаю, что мы здесь первые, кто проехал. Наверняка, кто ехал либо выше, либо вот здесь. То есть без разницы где. Ты можешь ехать так, можешь ехать так, разницы нет никакой. Я знаю, что нам туда, поэтому мы едем вот туда. Ну, кстати, могу сказать, что Монголия теперь в топе моих таких интересных мест, ну, вошла в топ 3 лучших мест. Монголия реально крута, поэтому всем рекомендую ее посетить. А пустыня Гоби, и центральная, и восточная, очень хорошая, очень хорошая. Ладно, едем дальше. Отработали партнеров.
До Херменцав мы еще не доехали, но космос уже начинается. Да не то, что начинается, космос продолжается. Вся Монголия — это какой-то один сплошной космос. Здесь хорошо. Похоже на какие-то каньоны. Но при том, при всем, что это такие горы из песка. То есть вот они как песок, поэтому они так выглядят. Ни хрена не камень. Здесь все очень так зыбко. Все сыпется и все даже немножко опасненько. Ладно, Влада у нас сейчас вот там вот делала прогончик у вас. Сейчас едем туда забирать Владу. Наконец-то добрались до, побоюсь это слово, грязевого рая, потому что это действительно, это вот не камни, хотя со стороны выглядит как будто валуны, это песок, который от дождя приобретает вот такие вот, видите, интересные фигурки. Ну, наверное, песок с чем-то, потому что он плотный относительно. Сейчас сделаем здесь кружочек и поедем немножко в обратную сторону. Муха прилетела. Ну что, вот мы и добрались до этого места, до места, которое называется Херменцав. Похоже, да, на Гранд Каньон. Место, конечно, да, красивое. Сейчас, наверное, не будем здесь разбивать лагерь, пофотографируемся, заедем вот туда, в оазис. Это первый оазис именно с такими деревьями, зеленый оазис. То есть мы видели два или даже три источника, да, там немножко травки, но такого еще не видели. Интересно посмотреть, что там, есть ли там вода. И двигаемся дальше. Мы хотим заехать на место, которое вчера проехали мимо, как раз где гремела гроза. И там, мне кажется, вообще что-то фантастическое. Похоже на какой-то большой гигантский взрыв или еще что-то. Тут очень хотим сегодня доехать до этого места. Если Бог даст, то доедем. За бортом всего 25 градусов, а воду мы поглощаем просто как, я не знаю, как кто. Ну, очень жарко, но у нас есть кое-что вкусное, и сейчас мы вам это покажем. Мы засели по самое не балуйся. Очень плотненько мы засели. Сразу вспоминается наша арктическая экспедиция, когда у нас было три лопаты. В этот раз у нас ни одной лопаты. Конечно, нереально красиво все это выглядит, но сидеть нам здесь еще как минимум час. Засели мы прям по брюхо. Зато можно написать что-нибудь очень красивое. Get your feet up! 'Cause right now you in the presence of grown men. You are fucking with a legend right now. Legend,
Racks on a Pro 2 setup to set it off. Every crack get the ski mask treatment, I kill it all. I forgot him, see, thanking me, Jesus, I come across. Get crucified by euphemisms and metaphors. Ain't no antidotes for antidotes, poisonous bars. Acid vats spilt on your pigment and melted off. Cuban links from that Raekwon album, that's what I flaw. So if you ain't good for that, I'll snatch it right off of your neck. What up, doc? Or should I say hello, nurse? Since a tiny tune, never's been below thirst. Like Gatorade, never would I stay today. But keep the chicks half naked like a slipper day. Like the kicks on my feet, hate to slope they squeak. Rolling deep with the boys, soaking no police. We beat a Pyrex, hater, you can die vex. Extort who, man, please, check your time X. Name buzzing out of models, wanna swallow mine. So in the back to 23s like my Olive Nines. Get your feet up. Hey, you're fucking with a legend right now. My kids, my weed, my bitches. You know I need my bitches. I'm working hard, staying on the job, cause riches equal bitches. And riches equal fame. And fame, they'll say my name. No destiny child, but a destiny child is making my own lane. It's talent over hype. Get it right, it gotta be precise. She in that VI looking right. I'm trying to beat tonight. Do it like you doing if it's Snapchat. Do it like you doing if it's Snapchat. Что, мы разбили здесь очень хороший лагерь. И теперь у нас обещанный сюрприз. Наверное, сюрприз этот больше для нас. Это холодный. Та-та-та-та! Причем этот арбузик мы купили еще в Улан-Удэ, не в Улан-Баторе. Это местный, ну как местный, уже не местный, а там был местный бурятский арбузик. И когда мы брали его в предыдущей экспедиции, это были самые лучшие арбузы, которые я только пробовал. Очень поэтому в этот раз мы решили взять тоже именно его. Не астраханский, не какой-то, а именно. Знаете, большой кусочек. Вот так, может, разрезать? Вкусненький. Угу. О, господи, какой он классный. Вы знаете, нет ничего лучше, чем в пустыне Гоби. В конце лета есть вкусно. И холодный арбузик. Нифига, их тут банда. Гоби. Гоби челлинг. This Russian expedition. Вот так вот монгольские ребята тоже снимают какое-то кино. У них экспедиция по Гоби. И мы здесь тоже такие. Все, показали ребятам наш инстаграм. Теперь мы подпишемся, мы на их инстаграм, а не на наш инстаграм, и будем дружить. Окей, guys. Bye. Good luck. Bye. Have a good time. Вот так. Казалось бы, уединенное место. Да, уж такое уединенное. А на самом деле, по-моему, вот именно здесь, да, мы и увидели больше всего народу. Да. Неплохо. Сейчас. Там турист? One tourist. Where are you from, tourist? Завтра Хонглингос, Тендус, Сибири, Сибири. А вы going this, yes? Сибири? No. Как проехать? Трактора. Трактора. Дорога. Дорога. Дорога тракторная. Юрта. Майонгор, где Майонгор? А там. Я понял. Чудака. Хорошо, я понял. Так спросим, ладно. Хорошо, спасибо. А, да. Ну, пожалуйста. А ты откуда? Where you from? Откуда? Город, поселок, да, как? Я? Да. Сибири. Хонглингол, Тендус. Сибири. Сибири. Завтра.
Сегодня на ноу слип. И намерно. Сегодня здесь, да? А, да. Сколько стоит сюда приехать? Сюда. Туда. Один день. Один день. Завтра. No. How much? You, tourist, how much? А, one. Один километр. Один километр. Тугрик. Тугрик. 800 тугриков. 800 тугриков это сколько? 20 рублей, да, где-то? То есть получается, если 10 километров 200 километров 2000. А это дешево очень. Окей. Mitsubishi Delica. Delica. Good car. Most. Okay, we go. Bye. Пока. Bye. Good sleep. Русский, yeah. Wow. Okay. Bye, man. Bye. Все, пока.